Ребята, всем большой привет! У нас суббота, и мы хотим вам показать, что же мы купили. Распаковку. Где мы, Настя, были? Мы были в трех магазинах. Это был магазин Aldi, Rossmann и Mix Market. Да, потратили мы очень много. Еще мы столько за один поход в магазин не тратили. Но сейчас покажем, сейчас Настя покажет, что же мы приобрели. Да. Как вы можете видеть, Цискар. Это лимонад Арлекино. Мы когда-то его покупали, не помню когда. Вкусные, не так прям, красители какие-то там. Знаете, что он мне напоминает? Газировка. Когда вот на море идешь и да, наливают квас и лимонад. Да, вот этот вкус, если его охладить, он просто нереальный. Вкусный, да. Опять мы друг друга перебиваем, потому что Настя не может разобраться, когда можно говорить. А когда мы перебиваем друг друга? Это нормальное явление, когда друг друга перекрикивают, это нормально. Так, вот этот лимонад купили, я буду все сразу показывать, потому что все в одном пакете. Так, такие вот губки для посуды, мочалочки такие, я не помню, они до евро стоят, что ли? Я сейчас цену не знаю. 69 или 59? Дальше. Вот такой набор яиц мы купили. А сколько здесь штук? Не знаю, 30, наверное. А, да. Да, 30 штук. 59, да. Может, для яиц. Давай дальше. Что еще мы купили? Купили мы перед яйцами. Да, такие йогурты. Да. Кто пробовал такой? Мы еще не пробовали. Это по акции он был, да. Буду пробовать. Это ты будешь пить. Я такое не буду. Это перед курсами мы взяли быстренько, чтоб... Брали эту фирму в Польше, Монте. Неплохие эти йогурты, сладкие, но, конечно, тут это дорого стоит. 2,70, 4 штучки, конечно, это дорого. Хлебушек все-таки мы решили взять такой, знаете... Ну, хоть какой-нибудь уже, да. Да, иногда его чуть-чуть можно поесть, так что да, серый тем более. Ну, на неделю. А с чем? С семечками. Вот? Семечки, да, семечки нарисованы, да. Семечками попробуем. Носочки. 2,49 две пары. Показались. Такие легенькие. Ой, короче, наверное, я пошла. Нет, говори, говори. Ну, мне это не нравится. Почему? Ну, мне не люблю реально вот это вот. Перебиваем друг друга. Либо мне молчать, либо что я тут стою. Я буду показывать, ты говори. Нет. Это шампунь мы решили попробовать. Аня, точнее, решила попробовать. Не знаю, говорят, что хороший. Ты меня убедила. Убедила, берегла. Он очень дорогой. Да. Почти 6 евро. Да, ну его всегда берут и хвалят, не знаю. Может и хороший. Ну просто у меня действительно сейчас волосы стали как-то еще хуже. Мне не подходят эти шампуни дешевые по 2 евро. Ну как дешевые, они не дешевые. Не, не дешевые. Но... Да. Никакие. Дешевле нет. Да. А это ж не какая-то фирма, это везде есть, это фирма в обычных там магазинах. Ну ладно, попробую, не знаю. Кондиционер я к нему, к этой шампуни, к этому шампуню не взяла, потому что так было бы вообще бы на сколько? На 12 евро, поэтому я взяла только шампунь. Ну, видимо. Потом, может быть, если мне не подойдет он без бальзама, без кондиционера, то придется все-таки идти да, покупать. Вот поэтому... Гель. А он был по скидке или да, нет? Это раз тоже, да? Уже сколько месяцев, кстати, дав. Ну, нормально, нам его надолго. Да, надолго хватает лучше. Бритвы набор какие? По-моему, 2,50. Это чтобы волосы легко расчесывались, мягкими были, хорошие. Я всегда его беру, мне нравится. Для пушистых, чтобы они не были пушистыми. Сколько стоит? Около 5? Да, 4 шерста. Солнечное масло. 1 литр тоже 4 евро. Написано опять было 3,79. Да, да, кстати, уже который раз. Уже на кассе 4. 3,99. Ой, картошка. Взяли да, побаловаться решили. Ну, я думаю, да. Ну что, молодая это, картошечка, я думаю, ничего прям. Кстати, молодая картошка, мне меньше говорят этого. Крахмала, да. А вот старый, да, там дофига. Так что молодую советовалась. Тоже не дешевая, там килограмм.
поставить. Так, Аня захватила еще нам на неделю, пригодятся, может быть, этим. Да, у нас там селедка в томате есть, если прям ничего не готовить, то можно спокойно ее съесть. Да, если там голова болит, ничего не хочется, закинул в холодильник, достал, ну, и перекусил. Да. Это нормально. Сейчас я рюкзак буду. Так, да. Взяли мы вот такое масло. Сколько оно не стоит? Без акции 2,69, с акцией минус 30%, но около 2 получилось. Да, около 2, скидка была 82%, не знаю. Жирности? Да, пусть вроде хороший должно быть. Попробуем, мы еще такое не пробовали. Дальше, Rexona дезодорант. Это хороший мне запах, понравился. Эффективный, 48 часов. Что еще? Итак, наши любимые огурчики, маринованные с перцем, острые. Да, остренькие, такие классные. Раньше корнишоны когда-то были. Да. Ну, они тоже вкусненькие, мне нравятся, советую, Вальде. Угу. Скидка, кстати, что 99. Да, по скидке. Да, да. Ну, да, решили взять фисташки. Да. Дорогие вообще. Почти 4 евро, но очень захотелось вообще. Ну, они везде, да, наверное. Ну, да? Не чипсы же. Да, лучше. Лучше уже, да, заплатили, но, по крайней мере, они вкусные и не считаются такими грандиозными. Ой, боже мой. Никогда на них акции не бывают, на фисташки, жалко. Выбирала долго самое. Я не знаю, зачем цены такие дорогие на пакеты мусорные, самые дешевые. Ну, зачем они такие цены придумывают, я не знаю. Ну, это же все выкидывается. Ну, выбирала, не знаю, самые дешевые выбрала. Тут 30 литров, 25 штук, не знаю. Дорого, евро 69, ну, типа, извините за пакеты. Шампунь, кстати, что я вам говорила, что мне подходит. Тоже 6 евро дорого. Да, до 7. Ну, она долго хватает. Она долго. Тут просто штучка вот эта, и она реально, типа, понемножку дает шампунь. И можно правильно использовать. Поставим его, может, ближе, может, кто-то из девочек пиво. Ну, я думаю, они видели. Тот и тот. Это считается 2 здесь самых нормальных шампуня. А, ну да, да, кстати. Ну, поближе тогда. Вот я отдельно поставлю, значит, вот так, показать, чтобы вы видели, что этот штатив, еще я не привыкла, как им пользоваться. А, ребята, не знаю, мне так захотелось. Психанула. Психанула я, взяла такое мыло маленькое, стоит 5 евро. Они говорят, я не знаю, говорит, решай сама. Ну, но именно отпор, не знаю, для умывания, тут именно кожа, шея, лицо, спина, не знаю, для всего, для жирной кожи, как у меня, проблематичной, решила я все-таки взять, попробую, мне было очень интересно. Так дорого стоит. Да, мне было очень интересно. Не знаю, мне нравится Гарниер фирма. Ну, она, кстати, везде говорят, что по-разному, надо всегда смотреть, с чего. Ну, покажи поближе людям мыло, да, может, попробуем. Кто-то может, кто-то пользовался, да, или хочет. Я попробую, не знаю, что там. Угу. А, еще я взяла, сейчас покажу, так, салфетки взяли, влажные, не знаю, какая штука. Угу. Угу. Что интересное. О, Дорадо, да? Да. Сейчас это в микс-маркете, Дорадо. 9,99 за килограмм. Это со скидкой. А у нас вес тут 800 грамм, 8 евро, 2 штучки. Смотрите, вы можете пойти в магазин Альди купить... Но она не потрошенная, да? Потрошенная. Да? Да, вот, потрошенная. Внутри пустая? Да. Офигеть, нормально. Этот, 8 евро за 2 штуки, 800, я считаю нормально, потому что в Альди она 6 евро одна стоит. Ну да. И даже вот взять тоже филе 400 хорошо. Грамм за 6 евро. Но лучше же взять уже рыбу, тем более Дорадо вкусная рыба. Да, Дорадо, да. Она всегда считалась дорогой и хорошей рыбой. 99 центов. Ниже не видно. Мочалочка. Ну понятно, тоже. И цена 25 центов. Мочалочка. Йогурт еще вот такой взяли. Ну да, это так. На перекус может. Ну, у нас всего 8 штук будет, да? Рыба, да.
Рюкзак я тебе поставила. Так. Вот, купили, значит, рассыпное чай. Это микс-маркет пошел. Да. Был дорогой, около 6-7 евро, и там выбора не было, там было только два выбора, не помню какие, ну, другой чай. И мне не понравилось, поэтому думаю, ладно, возьму же в пакетиках, тут, я не знаю, 25 штук, зеленый такой, мелисса и что-то еще, не знаю. Тут написано только мелисса. Ну, должен быть неплохой. Обычный гринфилд. Гринфилд, как он там правильно, тоже 25 штук, да? У нас лимон, кстати, да. Есть? Да, ну там что-то было. Боже, сейчас 3 часа голодные, ничего не ели. Кек. 900 грамм. 900 грамм, да, я считаю, нормально. Закинул морозилку, одну штучку взял, протушил, это то, что можно кушать. Там писали девочки, что минтай продается в обычных супермаркетах здесь, в Германии, да? Но минтай я не люблю, честно. Я не помню. Вот хек я люблю, он нормальный. Конечно же, взяли капусточку морскую. Мы шли, ребята, за ней и за чаем. Да, вот это все же мы должны были купить. А купили... И рыбу, и ту, и ту рыбу. Давай дальше, что там? Капуста вкусная, советую. Приправу взяли для рыбки, не знаю, видимо. Ну, вообще дораду желательно вот так, по классике, лимон, соль, перец. Она такая, что не нужно есть. Пшено, крупа мы взяли, потому что подумали... Пшеничная каша. Пшеничная каша, потому что подумали, да, надо разнообразие, каш нет, да, и пускай будет. Ну да. И гречку тоже взяли, тоже 900 грамм. 3,89. Это 4 считайте. Каша только вот на десятку. Ну, как бы все. Все? Да. Так, сейчас я вам, ребята, скажу. Вы бачите, это скарб перед собой. Микс Маркет, это мой первый магазин, в который мы пошли, 30 евро. Потом мы пошли в Альди, там 27 евро. Росман 40 евро. Мне тоже Росман немножко расстроил, потому что реально цены, ну, дороговато. Для химии дороговато. 97 евро. Ну так оно все на куче. Плюс табак 10. А, еще табак, да. 11. Да. Короче, 110 евро потрачено. Мы немного, это даже немного, ну я в шоке, например. Ну что поделать, цены такие. Много... Дорого обошелся этот Росман. Росман, да, дороже. И микс-маркет тоже цены там такие приличные. Там надо сумму реально конкретно оставлять. Я так понимаю, что мы купили же продукты на неделю. Ну, конечно, конечно. Одной рыбой будем питаться. Да, рыба. Ну как, хек его на дольше хватит. Морозилки будет стоять, ничего ему не будет. Томат не взяли. А у меня есть томатная паста. Можно, да, потушить этот хек в томатной пасте, чтобы его в муке не жарить. Ну, хотя, ну, посмотрим. Его там, в принципе, немало. Дораду можно съесть по половинке. Да, с лимоном. Половинку вот на ужин. Ну, мы сегодня первый раз будем есть. Да, сейчас и решили все-таки картошечку попробуем. Да. Ну, молодая, там меньше крахмала, я говорю. Я очень хочу морской капусты. Прям вообще. Знаешь, вот, что я поближе вам показываю. Да, она очень вкусная, ребята. Микс-маркет, берите именно ее. Она такая, вы знаете, неплохая, более свежая. С морковкой не советуем брать. С морковкой вообще она... Вообще если не брать, то всегда надо брать... Честно, капусту. Даже это не вау. Вот это не вау даже, да, капуста. Да, ну понятно. Но просто все равно хоть какой-то вкус есть. Я просто говорю, если брать, то не брать в упаковках, вот, допустим, у нас там дома, типа, моя мама как берет, она всегда, типа, берет на развес, ну, она да. может попробовать и понять. Ну, конечно. Это свежий продукт, который только этот. А этот, конечно, этот, ну, ничего, сойдет, ну, что, ну, попробуем, ну, как попробуем. Живешь? Я уже тоже, что расстраиваться, ну, а так вот, а как по-другому. Спасибо за то, что Германия дает пособие, что можно вообще... себе хоть что-то позволять покупать, потому что, ну, да, ну, как... там просто ребята пишут, вы шикуете, этот, мы не шикуем, не надо, мы не прям... Вы благодарны Германии, поверьте. И как бы там ни было, еще раз говорю, не дай бог кому-то оказаться в нашей ситуации. Да. Так что, ребята, такие дела. Напишите, как вы думаете, вот эта наша покупка стоит тех денег или нет?
И вообще, я не знала. Каждую неделю цены меняются. Ну, я рада, что мы рыбу взяли и чай. Ну да, рыба, мясо мы не хотим, мне нравится. Такое, конечно. Эта неделя была вареная курица, теперь неделя рыбы будет. Будем вот так менять как-то. Теперь еще крупы есть. Будем что-то придумывать. Да, очень, кстати, давно не ели пшеницу. Там вообще, когда последний раз? Я вообще ее не ела. Никогда? Может, ела когда-то, вкусная. Если заставляли, не знаю. Вкусная каша. Да. Короче, так. Так, все. Пишите, ребята, в комментариях, как вам наша закупка, как вы считаете. Может, видео сейчас. Ну, понятно, что, я думаю, каждый понимает, что это дорого. Но, тем не менее, пишите свое мнение, что вы думаете. Да, ты говоришь, это дорого. Вот, давайте посудим, можно говорить про... Говори. Про Юлю Став. Говори. Она просто, вот, мы сейчас закупились, да, там, например, на неделю. Даже и больше. И химия, которая на месяц, не на неделю, больше. Да, а вот они закупаются 70, 80, 60 евро на день. На день. На два просто поесть. И как, давайте рассуждать по-умному. Они живут на пособие или нет? Да, все почему-то верят, что они... Ну, как можно на пособие вдвоем? На, если тратить такие суммы, верят. Если я много раз говорю слово верю, да ты откуда это верят, где-то я это услышала, но у меня в голове что-то слово верят, верят. А, я понял. Верят ты. Да, да, поэтому. Верят. И поэтому и много, и еще один человек тоже там на около 100 бывает, что тоже скупляется на день, на два. И... Нет слова скупляется. Ну, покупают продукты. Да. А здесь реально продукты, которые, во-первых, химия на месяц и больше, а продукты, да, на неделю, хе, которые будут в морозилке еще долго стоять. Ну, так, конечно, но вот, тем более вы видите все наши распаковки в последнее время. Если раньше, да, мы брали колу и, ну, были... Сейчас вы можете увидеть лимонад, который мы возьмем раз в месяц в этом магазине, да? А, реально. Там вообще, да. Мы не берем газировку уже, мы не берем хлеб, да, мы взяли... Кстати, я... воду мы не нашли за 25 центов, сам разобрали, да. За 89 только было. Поэтому мы не взяли, решили, что будем чай пить. Да, за бутылку это не надо. За бутылку. Мы потом возвращаем деньги за бутылку. Я знаю, просто вот. Так что вот такие дела, ребята, вот напишите комментарий, как для вас, это дорого, нет, и рассудите правильно, кто как покупает, другие блогеры, и как мы, вот, какие цены у нас, как у других, напишите, может вы знаете, кто дороже, кто дешевле покупает и так далее. Так что всем спасибо за просмотр, кто не подписан на нас, подпишитесь, поставьте лайк, мы вас любим, ценим, помните об этом. Да, всем ребятки, пока. Всем пока-пока.